Голицынский автобусный завод был запущен лишь в самом конце существования СССР и, разумеется, не имел такого богатого опыта, как ЛАЗ или АЗ. Истоки появления нового завода лежат в 1989 году, когда Совет министров СССР одобрил подписание с компанией Mercedes-Benz соглашения о выпуске на территории Советского Союза лицензионных туристических и городских автобусов немецкой марки. Изначально можно было предположить, что идея была перспективной. Однако в качестве двигателей трансмиссии предполагалось устанавливать родные мерседесовские агрегаты, что необходимо было закупать у немцев за валюту, в которой так остро нуждался Советский Союз, доживающий последние дни. Экономические же расчеты говорили о другом. В сравнении с тогдашними икарусами, которые требовали высоких эксплуатационных расходов, новые машины могли бы принести около 250 миллиардов рублей экономии и перевозить дополнительно около 150 миллионов пассажиров в год. Под выпуск автобусов в 1990 году был расконсервирован построенный ранее завод для производства сельхозтехники. Даже на первом этапе производства мощность Голицынского завода составляла 2500 автобусов в год. В этом же году собрали два первых опытных образца Mercedes O303, который считался лучшим на тот момент в мире. А в 1991 году Советский Союз перестал существовать, что стало началом конца Голицынского автобусного. Рухнувшая экономика Новой России подвесила вопрос о начале производства на волосок. После сбора целой коллекции подписей, сменяющих друг друга руководителей, заводу удалось заручиться поддержкой «Газпрома», который предоставил гарантии под проект, и дело сдвинулось. В 1993 году финансирование возобновилось, и в этом же году первая партия автобусов была отправлена заказчикам. К 1995 году предполагалось выпустить 300 единиц, однако высокая стоимость автобуса поставила крест на этих планах. Отметим, что последний автобус Mercedes O303 вышел с завода в 1999 году, так как сразу от него не отказались. На этот момент завод вышел из положения, представив городской сочлененный автобус «Россиянин», что был разработан еще в 1994 году совместно с немцами, которые разрешили оставить на капоте автобуса свою трехлучевую звезду. Это был поистине отличный автобус, на порядок превосходящий «Икарус» того же класса. «Россиянин» вмещал 220 пассажиров и был готов к 1 миллиону километра пробега. «ГАЛАЗ» выиграл тендер на поставку 160 автобусов в разные города России в 1996 году. В следующем году уже укороченный вариант данной модели стали поставлять в Екатеринбург. На этом все закончилось. Правительство больше не выделяло средств на обновление автопарка городов, и туда хлынул европейский хлам из поддержанных автобусов. На заводе не сдавались. В 1999 году были предложены две модели собственной разработки. ГАЛАЗ-4242, так называемый страшный Годзилла на зиловских агрегатах и с его кабиной, и ГАЛАЗ-4244 на чешском шасси Авиа, уже более напоминающий современный ПАЗик. Но даже его тогдашняя цена в 35 тысяч долларов делала его неконкурентоспособным. Страну стали заполнять непонятные китайские разработки. Как и в случае с ЛАЗом, завод не собирался сдаваться и постоянно предлагал различные модели неплохих автобусов городского и туристического классов. В последний раз ГАЛАЗ получил огромный контракт на поставку более 700 автобусов к Сочинской Олимпиаде 2014 года, с чем успешно и справился, заработав на этом 6 миллиардов рублей. Но от кончины это его не уберегло. Уже после окончания Олимпиады все автобусное производство было перенесено на ЛиАЗ, а ГАЛАЗ принялся выпускать трактора иностранного производства отверточным способом. Автобусный завод ГАЛАЗ навсегда ушел в историю.